Администрация Кировского района просит жителей быть осторожными при выходе на лед. Его прочность можно определить по цвету. Голубой – прочный, прочность белого в два раза меньше. Серый, матово-белый или желтоватым оттенком опасен. Также лед не прочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. И в районе произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Администрация Ленинского района сообщает, что 22 марта пройдет семинар для предпринимателей на тему «Услуги Центра поддержки экспорта Самарской области». Его проведет Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. В программе консультирование по вопросам экспортной деятельности, содействие в продвижении инвестиционного предложения, организация конференций, семинаров, круглых столов и иных публичных мероприятий по тематике экспортной деятельности для малого и среднего бизнеса. Принять участие в семинаре могут все желающие. Запись по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет с днем рождения участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Здановича. Ему исполнилось 96 лет. В 1944 году Александр Зданович окончил летное училище и был направлен на фронт. Воевал в авиационном полку, летчиком-штурманом на бомбардировщике. За проявленное мужество награжден медалью «За победу над Германией». Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям.